Я был в Америке, кажется, в третий раз. Все время я там встречал людей, которые мечтают остаться или уже остались там. Все они думают, что в Америке сила. Данил приехал туда в первый раз. И, видимо, в последний, потому что все свои дела он там сделал. Как ни странно, Америка была ему не нужна. Данил Багров должен был появиться там. Ну а где она, эта сила, трудно сказать. Я думаю, внутри человека. Понятно уже, что не в Америке. Сил-то там как раз и нет.